судейская бригада. Она представляет Северную Америку. Первый в истории американский арбитр, который судит на чемпионатах мира вне групповой стадии в раунде плей-офф. Это Марк Гайгер США. Ему ассистирует соотечественник Марк Шон Харт и канадец Джо Флетчер. Чтобы противостоять этим быстроногим ребятам, естественно, Дешам готовился. Там у Евгения Унази, он хромая, но своим ходом сейчас движется в сторону. Дал команду Гайгера, можно наносить удар. Именике не пожадничал в этот раз и отправил мяч болельщикам на трибуну. А ведь кто научил его реализовывать? Голевые моменты! Муса! Не засчитан этот мяч. От обороны к атаке у французов в первом тайме. Классный пас! Какое спасение! Винсент Иньяма, и какой эпизод! Все в Любуна. Под удар! И как не попасть тут в ворота? Матьё де Бюши! Половина французской сборной. Но... Ох, Льюрис! Отскочил мяч. И край. А это удар по воротам. Эменике. Смещается и бьет очень хлестко. Низом Питер Одемвинге. Подача в Льбуина. И здесь Иньяма. Ой-ой-ой, как горячо было сейчас. Успевает. Последнее мгновение. На паузе сейчас сработал Гризман. Бензема! Ха-ха! Бензема! Бензема! Где был мяч? Нам нужна система видеогол прямо сейчас. Или нет, там даже никаких подозрений у арбитра не возникло. Я думаю, систему все равно мы увидим в действии. Неоднозначный момент. Карим Бензема, кажется, едва не забил что-то. И Карим. Ох, как снова горячо. Но при этом холодно. Ой, перекладина. А куда мяч-то отскочил? Минуточку. Подача. И Винсент Иньяма. Очередное спасение. Можно спорить о том, кто лучший вратарь чемпионата мира. А сейчас он все-таки пропустил. Поль Погба. Это Поль Погба. Виньяма достал эту подачу с углового. Ладонью перевел. Создано. Гризман. Гризман пробивает. Это Виньяма. Винсент Виньяма. Остается наиклассейшим голкипером даже после того эпизода, где промелькнула черная тень его ошибки. Разыграли опять. И Гризман! Антуан Гризман! Удваивает счет. Как спокойно он реагирует на это. Он только что забил на чемпионате мира. Это самое, наверное, неожиданное из всех. Потому что кто бы мог подумать, что Алжир будет в 1/8. Но все, все, свершилось. Стадион.